Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Афанасия Леонора. Я ученица 10 класса Небицкого технического лицея. Тема моего проекта – изучение английского языка посредством просмотра фильмов и сериалов на сервисе Netflix. На сегодняшний день жизнь без минимальных знаний английского языка невозможна. При его изучении многие сталкиваются с трудностями в отсутствии языковой и слуховой практики. Для решения этой проблемы мы рассмотрим метод изучения – основанный на просмотре фильмов и сериалов, так как он является самым доступным и интересным. Площадкой для исследования будет выступать самый популярный на сегодняшний день видеосервис в интернете Netflix. Цель работы – изучение видеосервиса Netflix как площадку для обучения иностранным языкам. Изучение английского языка по фильмам – это отличный способ окунуться в атмосферу общения носителей языка и погрузиться во все тонкости произношения на экране, показанной степень преимущества данного способа. Среди учащихся 10 класса был проведен короткий опрос, состоящий из 4 вопросов. И результаты выставлены в виде диаграмм на экране. Netflix – это один из самых популярных стриминговых сервисов в мире. Его отличительными особенностями является выход сериалов сразу полностью, доступность на самых разных устройствах и поддержка синхронизации просмотра. Методика просмотра на сервисе. Для начала узнайте сюжет и суть просматриваемого вами фильма или сериала. Записывайте новые слова и фразы. Перематывайте назад, ставьте на паузу, чтобы лучше понимать смысл сказанного. Повторяйте произношение за героями. Для начала лучше чередовать русские субтитры с английскими. Когда вы будете уверены в своих знаниях, используйте только английский, потом смотрите совсем без них. Просмотр с русскими субтитрами создает иллюзию изучения. Выбирайте подходящие материалы к вашему уровню познания. Была составлена таблица, которая может подобрать вам фильм, сериал или мультик, который примерно соответствует вашему уровню владения языком. Попробуем данный метод обучения на просмотре сериала «Друзья». Я просмотрела первую серию данного сериала и разобрала метод из него. В приведенном коротком отрывке я нашла один фразовый глагол, 4 выражения, 2 вводных слова и 1 устойчивое словосочетание. В этой работе был изучен метод обучения английскому языку, основанный на просмотре фильмов и сериалов. В ходе исследования выяснилось, что данный метод являлся эффективным, но анализ инфектирования показал, что он малораспространенный. Средством изучения данного метода выступал популярный видеосервис Netflix, который является самым полезным и уникальным сервисом в сети. Таким образом, мы пришли к выводу, что с помощью просмотра сериалов и фильмов можно обучаться английскому языку, но это также требует приложения некоторых усилий со стороны изучающего. Такой метод обучения оказался действительно увлекательным, интересным и простым. Спасибо за внимание.